сейчас вас. Поздравляю вас с пятилетием. Помните это, знайте это, верьте в это. Снова дело, снова идет. К идеологии, даже не к идеологии, а к использованию атрибутики, символики и так далее, этот закон иметь не будет. Свободно продаются нацистские какие-то ордена, символы, атрибутика. Более того, появились общественные объединения, которые открыто проповедуют эту идеологию. И надо сказать, что никаких преград в России пока законодательных почти нет. Когда другая фракция предлагала, то третья считала, что это против. Ситуация в этой части сильно обостряется. Мы пришли к выводу о том, что требуется соответствующий законодательный акт, который бы четко и недвусмысленно устанавливал запрет на нацистскую символику, литературу, видеопродукцию и все, что с этим связано. Он о противодействии политическому, расовому и публикации, прямо я читаю, иные публикации, обосновывающие национальность.